Вы смотрите отзыв об отеле «Элаунда Элеон». Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Алена, который был в нем в 2009 году. Отель хороший, мы платили за двоих 72 тысячи рублей, ВКК. Завтраки большего он точно не стоит. Номера, по-моему, все с видом на море. Убираются и меняют полотенца каждый день. Брали машину рядом с отелем на все 14 дней за 300 евро. Nissan Micra. С полной страховкой. Которые воспользовались через неделю, так что все честно. Что делать без машины в этом отеле, не знаю. На мой взгляд, нечего. Можно, конечно, ходить до Элунды, она очень маленькая. Идти, думаю, минут 20-30 где-то. Пишут про пляж, до которого идти 400 метров. Идти действительно где-то 400 метров, но это не пляж, совсем. В первый день приезда, конечно, сразу спустились и даже поплавали. Вылезли покусанные морскими ежами. Сам остров великолепный, есть на что посмотреть. Минойские дворцы, пещеры, ущелья, города красивые и деревушки. Кри-кри, это козочки такие. Советую съездить на Грамбусы и посетить лагуну Балос. Отходит в 10 часов 15 минут кораблики от Кисамоса. Стоит 22 евро с человека. Прибытие в 17 часов 30 минут. Это рай. Всем желаю приятного отдыха. Пи вертикальный слэш-эс не знаю, как в других отелях, но в данном оттест-тур представителем работает Яна, женщина с надменно недовольным лицом. Это тихий ужас, ее деятельность заключалась в том, чтобы настойчиво предлагать мини-привейт, которая сейчас усиленно раскручивает тест-тур. Это экскурсии по 19 человек для примера. На Санторини обычная экскурсия стоит 115 евро у всех, у тест-тур мини-привейт по 250 за человека. Про обычные экскурсии, то есть 40-50 человек, Яна отзывалась негативно и даже не думала хоть что-то сказать положительно, хотя тест-тур также их предлагает, только в письменном виде. В общем, рассказов об острове, интересных местах и вопросов, чем-то могу помочь, от нее не слышали, когда уезжали и ждали автобус. Госпожа даже не вышла из своей машины. Кстати, вылет в Ираклиан был на час раньше того времени, что было указано на билетах. А вылет в Москву на 45 минут раньше. Так что поаккуратнее. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.